Обожаю ризотто. Это настолько просто и в то же время настолько изысканно, что я готова есть это блюдо каждый день. Итак, смотрим простой рецепт ризотто с грибами. Простой да непростой. Как вам идея, приготовить итальянское блюдо из полбы? На самом деле удивляться особенно нечему. В Италии и других европейских странах пшеничная крупа используется в пищу, возможно, даже чаще, чем в наших краях. Ризотто по данному рецепту выходит особенным. Попробуйте сами. Подготовьте сразу продукты, чтобы все было под рукой. Этот рецепт необычный, так как вместо риса используем полбу. Смешайте по 3 ст, ложки сливочного и растительного масла. Обжарьте минутки 3 измельченный лучок. Добавьте соль и порезанные не слишком мелко грибочки к луку. Добавьте соль, немного перца и промытую и процеженную от воды крупу. Вливаем вино, а через 3 минуты добавьте бульон по чашке. После каждой чашки дождитесь, пока бульон впитается. Когда последняя кружка бульона окажется в сковороде, добавьте остальное сливочное масло, пармезан, тимьян и выпарьте жидкость. Все готово. Подавайте с петрушкой.